преддверии 76-й годовщины Великой Победы мэр Хабаровска Сергей Кравчук побывал в гостях у ветеранов и лично поздравил их с праздником. Пожелать вам крепкого-крепкого здоровья, счастья и долгих-долгих-долгих лет жизни. Побольше находиться вместе с нами, потому что, когда вы рядом, мы с вами молодеем. Нагрузка была какая? Значит, ну, в первую очередь там заготовка древесины, вывозка древесины. Дождь, и все в лесу было. Вся жизнь, все детство прошло у вас на заготовке древесины. Это ребенок, работу выполнял взрослого мужчины. Ежегодно администрация Хабаровска поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны, понимая, что помимо социальной поддержки, этим людям важно простое человеческое внимание. Наша Родина, наша победа – это святое. И победу над фашистской Германией завоевал советский солдат. Мы победили фашистскую Германию, никто другой, только мы, наш солдат, и мы гордимся этим. Я поздравляю всех с этим великим праздником, поздравляю всех. От души желаю крепкого-крепкого здоровья. Совет ветеранов Хабаровска также принимает активное участие в жизнях наших защитников, тружеников тыла и детей войны. О них помнят не только во время майских праздников. В течение всего года хабаровским ветеранам оказывают адресную помощь. Виктория Зыкова, Степан Крокус. Смотри Хабаровск.